Газпром Трансгаз Томск оказывает помощь медицинским учреждениям в борьбе с коронавирусом. Юргенской городской больнице было выделено 275 тысяч рублей для приобретения средств защиты. На данный момент у нас ситуация по повышенной готовности по поводу коронавируса. И в данный момент нам была оказана помощь из «Газпром Трансгаз Томск» в размере 275 тысяч рублей для приобретения средств для предотвращения и повышенной готовности при коронавирусе. Была направлена как на СИЗы, на все средства, Д-средства также были направлены, и небольшое количество оборудования. На данный момент они уже поступают. Мы начинаем их уже распределять по нашим учреждениям для стабильной работы нашей юргенского здравоохранения. То есть это будут дезинфицирующие средства, средства защиты? Да, это будут дезинфицирующие, это будут облучатели рециркуляторные, которые участвуют до 70 квадратных метров, циркулируют и приводят к дезинфекции при нахождении там как нашего персонала, так и пациентов без их вреда для их здоровья. Несколько слов о том, какова ситуация с коронавирусом у нас в Юрге. Ну, повышенная готовность продлена до 31 мая. На данный момент у нас зафиксировано и подтверждено 8 пациентов. 8 пациентов находятся на лечении в городе Кемерово в специализированных учреждениях. Состояние их стабильно.